Плюс 20 душ уже имеется, плюс 43 дэмэджа. Теперь можно драться с кем угодно. Хуки есть, кстати, у Борза. Начинает цеплять у нас Маловский. Да плевать вообще, цепляй меня полностью. Ну и Динай себя пуч не решился доходить до руны регенерации. ФБ таки не забирает команды Тирай. И заметьте, СФ-то и в соло против Темпларки стоит хорошо. И вместе с Пуджом тоже у СФ-а получается неплохо стоять на мидлейне. Тут, конечно, встретились два одиночества. Хук пошел у нас по-маловски. Поймали его. Ну и в ближний, точнее, если дать, можно было прозволить. В итоге Нестер через мэп. Через рефракшн. Рефракшн третьего левела расковыряли Маловский. Матч в том хайграунде, при этом еще и с помощью Templar Assassin очень сложно. Джаз, Ридик и Ремнант. Тут файт достаточно уверенный. Ридик на лоу хп, за Ридиком прилетает. Таки ракета разрезать должен. Кого-то Ремнант не разрезает. 3-1 становится счет. Ну, фактически это 3-0. Так, Омни Слэш у нас у Тапы пошел. Разваливает у нас Люсиена в итоге. Забирает первый фраг для команды Тирай. И нет маны, тупо нет маны на Киллинглас. СФ у нас под вражеским тауэром уже пытается драться с Templar Assassin. Получается. И Борс бежит здесь. Просто освободи мне место под клуб. Ну и Маловский здесь 100% заберут. Еще, мне кажется, кстати, и Курьера сейчас назвали. Убивает еще и Курьера. Что было в Курьере? В Курьере был Ring of Basilus, была Церквенка и Magic Steel. Magic Wand собрал себе на Shadow Fiend. Так, начинают у нас ловить гирокоптера, как я понимаю. Не могут подцепить гирокоптера. Что же за люди-то такие? Ну, Джаз здесь подстопят, конечно. Стом пошел по нему. Double Edge тоже по нему. Purification от Ридика и... Умник непонятно, почему похилил себя, если можно было похилить кентавра, который потратил все хп. Кентавр, и здесь просто развал какой-то на топ-лейне, и внизу, я так понимаю, та же история. Киллингвард пошел у нас от Афы. Киллингвард разбивают сразу же, не доконтролил Джаггернаут, прыжок Люсиена Лошанца, и на этом Умнислэш заканчивается. На Нестера будут выходить. Гвардиан Энджел произвел на Сомни Найт. Нестера видят, крутилочки, вертелочки, Нестера отправляют вверх. Джаггер, Келлинг Спри вообще и два фрага в этом пате. Счет становится 6-6. СФ уже с Ring of Aquilae, ПТ, Батлом, Magic Wand вместе себе принес. Ну и пища с копейками по голде. Сайленсер поджигает у нас Маловский. Тут даже по нему еще и Last Word. И Маловский просто без половины КП уже начинает драться. Сайленсера в итоге поймают, Хекс по нему. Подстопили, разрезали. Борс может кого-то вытащить, но смысл есть. Команда дерется на топ-лейне, Ридик оцепляют, Ридик репел бросает на Пуджа вместо себя, и Ридик здесь разваливается. Разрезали, правда, еще и Джаггернаута, и Маловский загоняет Пуджа в деревья, нечем проесть, ну и некуда деться здесь Борзу, куда ж ты, собственно, денешься. О, привет, я тебя знаю. И дальше по тексту. И Маловский готовится разультиться. Да ультился до того, что Сайленс проюзали, делает тэп-аут у нас в итоге. СФ и спокойненько спел путь. А там из Молда, кстати, дикая штука не улетела. Туда-сюда, не выходя вообще за границы какие-то. Джаз, видите, он настрелял немножко у нас по кентавру. Кентавр отправляется на мидлейн. Разобрали Маловский здесь. Ну и думает кентавр, туда ли я вообще пришел. Точно не туда. Кентавр у нас делает даггер-раут. В это время очень быстро справляется с Нестером через Finger of Death. И Люсиен Лошанц отсюда уходит. Мидера разменяли на мидера. Так, у нас кентавр разваливает. У нас разваливает также и Омника. И Омник под репелом, под Гвардиан Энджелом. И здесь на топ-лейне просто развал команды Тирай. Ридик в итоге подхилился, бежит Пудж. Хук уже готов, но не попадает. И Ридик просто оторванный. Валит как только можно. Ну и готовится файтер. А Т2 летит уже сюда. Кентавр прыгает в толпу и куда? Просто прыгнул, и нет маны у него на Хуфстом. Ну, это просто, это, конечно, кинокомедия. Кентавр врывается в самый центр, должен так плотненько на всех наступить, и у него нет маны. В итоге, минус 3 делает команда Тирай. Гвардиан Энджел свое дело сделал. Борс, скорее всего, отправляется тоже в таверну, и гирокоптер единственный, кто живой. Хук пошел у нас от Пуджа. Стомпит сразу же юзает кентавр. Кентавр врывается и Маловский под сайленсом. Хотел бы развалить Пуджа,
как-то несчастно немножко выглядит. Под Рипена пошел СФ. Здесь не хватает, конечно, возможности приближения какой-то, типа Даггер. Ну, тут, конечно, вообще удскульники, как команда Тира, я смотрю. Джаза поймали, просветили его, разрезали пополам. СФ, Кентавр, Омник и Пуч вместе с Крипом. Ну и бежит там. Уже Омнислэш надо, чешется Омнислэш. Надо провязать, нате вам, вонючие крипы. Ненавижу крипов. Крипы должны умереть. Для этого у меня Сагани Мамун. Чтобы всех убить. Развалил всех крипов просто без шансов вообще для них. Не думаю, что есть вариант закомбэчить. Герокоптера. Буду бежать за Маловским. Маловский пукает назад. Где же ты, Омничек? Омничек у нас пытался, наверное, поцелить за тьмы. А может и не пытался. Еще один Омнислэш от Джаггернаута. На этот раз крипов здесь не было, не понятно, зачем он его взял. Ну, умирает в итоге наш Джаггернаут. Джаггер остается здесь. Размен 2 в 2 и Герокоптер просто в соло. Получает от Леона Finger of Death, выживает и разворачивается оба. Врыв у нас от Нестера прямо по Ридику. Пошел Global Silence и промазывает опять у нас пушку Колд. Маловский может попасть в ульту здесь. Пуджа может и не попасть. Нестера развалили, забирают у него Эгу. У всех два шанса начинает настреливать. Ульту пока что Маловский не провязал. Летает сюда Герокоптер. Ульта пошла у нас от Маловский. Ну и Джаз здесь просто два ульта встречает самого себя. Джаз здесь, безусловно, никуда уходить не мог. Ну, Сайленс старается сделать тип-аут. У него это получается. Полетел удар, и Ремнант не успевает. Да. Так, почему? Зачем Глобал? Проюзан забрали у нас Леона. Guardian Angel, Ридик проюзал только на себя, ни на кого больше не попал. Такое ощущение, что у него есть Аганим. Он, кстати, не первый раз Ридик уже юзает Guardian Angel на самого себя. Вот и команда вся просто бегает вокруг, смотрит, какой неуязвимый у нас Омнина. Не надо. Выходит отсюда Леон. Четвером здесь. Команда Тирай вытаскивает у нас Пуджа. Сразу же по нему дисмембер пошел от Пуджа. Маловский разультиться не может, и Маловский просто наваливает с руки. Ну и теперь СФ достаточно боевой, с керасой Джаз в таверну отправляется Пуч, в таверну отправляется Темплар Ассасин. Туда же у нас отлетает Герокоптер, и это ГГ от команды SD. Они сдаются, ну, в принципе, понятно почему, потому что задавили просто игроки команды TRI, падает трон коллектива S9, и команда TRI выходит у нас в гранд-финал.